Ранним субботним утром у дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Кичука из поселка Черноморский было людно. Поздравить ветерана с 98-летием приехали многие, в том числе и глава района Андрей Дорошевский. Александр Павлович Кичук – обладатель многочисленных орденов и медалей, герой войны, один из тех, кто спас страну и мир от тяжелейших испытаний. В послевоенные годы он трудился ради восстановления разрушенного и активно занимался общественной деятельностью. То, что можем стремиться к своим целям, к своим мечтам, это все благодаря вам. Большое спасибо! Вслед за юными жуковцами поздравили представители Совета ветеранов. Вместе с мужским хором именинник исполнил песню. Пели песню на привале, после боя перед сном. Вместе с песней мы мечтали, до Германии дойдем. Получая поздравления, ветеран уверил, что обязательно примет дорогих гостей и на свое предстоящее столетие.